Книга «Открытым оком». 11 том. Тема «Монашество». Вопрос 2440. Чем вызвано такое дерзкое предисловие в 7 томе «Открытым оком» по отношению вас от вашего сотрудника, отца Нафанаила? Были ли еще выпады его против вас? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Отец Нафанаил, как сам о себе свидетельствует в книге «К истинному православию», не знал евангельского пути и совершенно не был готов к монашеству и к священству. Потом многое он осознал, но все же больше оставался, быть может, монахом, чем евангельским христианином. А о чем 7 и 8 тома «Открытым оком»? Это уж я всячески пытаюсь сгладить брошенный мною монахом вызов, а на самом деле это же ревизия 16 столетий монашества. Он и не мог иначе реагировать. Но я его предисловие ни на одну букву не сократил и не поправил. Хотя видно, что его уже тогда, перед самым изданием книги, это беспокоило. Как же я отнесусь к предисловию? Я же знал, что за эту «пломбу» в кавычках его будут спрашивать больше, чем меня. Что и произошло. Даже самые его близкие друзья вопрошали меня. Да как он мог так сказать? Вот часть его. Кавычки открыты. Видимо, автор предлагаемого труда и ставил пред собою эту высокую и благородную цель — рассудить по Писанию и отделить в житиях зерна от плевел. Но результат, предлагаемые ответы, получился весьма разнородным и в последовательности, и доказательности суждений, и по своим нравственным качествам. Положительные стороны. На некоторые важные и интересные вопросы сделана обширная подборка из житий. Приведены ссылки из Библии, иногда встречаются связанные рассуждения на эту тему. Все это дает богатый материал для размышлений и последующих изысканий, а подобные обличения побуждают трезво посмотреть на сегодняшнее состояние в церкви. Отрицательные стороны. В ответах имеется большое количество выводов и приговоров, непосредственно не вытекающих из ссылок на жития и Библию. Между аргументами и выводом, как правило, отсутствует процесс доказательства, а утверждение следует скорее из мировоззрения автора, чем из приведенных цитат. Поэтому читатель часто должен или верить в готовые мысли автора, или иногда довольно неумные, или рассуждать сам, на что способны, к сожалению, далеко не все. Ответы часто приправлены «сильными» в кавычках выражениями, украшающими в кавычках речь. И это скорее провоцирует раздражение, потому что, когда спорные выводы начинают расцвечиваться яркими унизительными эпитетами, то читатель, конечно, эмоционально встряхивается, но это отнюдь не способствует серьезным размышлениям и не побуждает к покаянию. Троеточие. Поэтому, читая книгу и узнавая факты, сравнивая это со словами Библии, нужно быть крайне осторожным тогда, когда встречаются выводы автора по общим вопросам. Когда выносится суд по поводу исторических эпох и явлений в жизни церкви. Другими словами, читая и жития святых, и рассуждения Игнатия Тихоновича, нужно внимательно следить, чтобы доброе не перепутать со злым, но все проверять Писанием, что, конечно же, требует глубокого знания и Писания, и церковной истории. Троеточие. Я отказался от мысли выделить особым шрифтом те места рассуждений Игнатия Тихоновича Лапкина, которые бездоказательны или слабо аргументированы, неприличны или близки к этому, потому что тогда нужно было бы давать пояснение к ним. Кавычки закрыты. Иеромонах Нафанаил, март 2004 год. Отец Нафанаил, в кавычках, отмочил еще круче в отношении меня. Зачем ему это нужно было, мне не дотянуть. Он же знал прекрасно, что мы на прощенное воскресенье ходим в Покровский собор Московской Патриархии. И там подходим под благословение к их епископу и ко всем священникам. Если бы я не признавал их благодатность, то зачем бы я подходил к ним и других к тому приучал? Или он меня считает шутом балаганным и лицемером? Отец Нафанаил умница, и мы с ним побыли не один год вместе, и без него я бы не издал ничего, так думаю,
хотя Бог силен был сделать все это и без него, и без меня. Он же сам помогал мне издавать и делал набор и верстку книги «Для Слова Божия нет уз», где на странице 436 отображен разговор с игуменом Кириллом Сахаровым, который вопрошает меня, а я ему отвечаю. Кавычки. «А московский патриархат – церковь?» «Церковь, но смертельно больная». «А старообрядцы?» «Поповцы – церковь. Я признаю их священство, а беспоповцы – нет». Троеточие. «Если бы патриарх Алексий к нам приехал, – говорит Игнатий, – приняли бы по первой категории. В принципе, я бы ему рассказал обо всех недостатках. Я ему писал на эту тему», – кавычки закрыты. Книга издана в 2002 году. И вот что в письме пишет отец Нафанаил ныне. Кавычки открыты. У Игнатия Тихоновича позиция хитрая. Он не говорит, что в московской патриархии есть благодать, и не говорит, что ее нет. Разговоры о благодати просто запрещены, но совместная молитва просто разрешается. Эта позиция очень удобная для того, чтобы втереться в доверие, не противопоставлять себя психологически той среде, в которой вращаешься, и через это пытаться обращать людей. Хотя это понятно психологически, тем не менее, с православным святоотеческим учением это не имеет ничего общего. Святые отцы просто говорили, что у еретиков и раскольников нет благодати, и молиться с ними нельзя, а обращать пытались не на богослужении, а в личных беседах и на диспутах. Игнатий же Тихонович утверждает, что и с баптистами молиться можно, если, конечно, сказать им, что они еретики. Откуда он это взял, я не знаю. Может быть, можно молиться вместе так: «Господи, обрати этих еретиков к истине». Но так баптисты молиться не будут. Он же, насколько я знаю, часто длительное время молился с ними, и никто из них не знал, что он православный. Хотя потом, наверное, он им об этом и говорил, обличая их в ереси. Но, допустим, в частных случаях это может иметь какое-то оправдание, хотя и шаткое. Но когда это становится церковной практикой и, более того, внедряется в вероучение, то начинаются серьезные проблемы. Это видно на примере РПЦЗ. У епископов РПЦЗ такой подход, похожий на подход Игнатия Тихоновича. Благодать есть везде, в том числе и у старообрядцев. При таком подходе они обречены на объединение, причем безо всяких серьезных изменений. Кавычки закрыты. Письмо это отец Нафанаил послал брату Никите Санарову. А уж в урезанном виде я его представил вам, не открывая этим никакой тайны. Приводится местописание притчи, 11 глава, 13 стих, 20 стихи. Притчи, 11 глава, 13 стих, 20 глава, 19 стих, 25 глава, 9 стих. Сирахов, 21 глава, 1 стих, 23 глава, 25 стих, 28 глава, 16 стих, 18 и 23 стихи. Вторая книга Царств, 22 глава, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стихи. 2 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Деяния апостолов, 15 глава, 24 стих. Чем виновата кошка, что сожрала голубку на гнезде, на голубятах? Так хитроумно лезла, оставляя шрамы, застала ночью беззаботных, спящих. Мне жалко голубя, сидит теперь один. И кошку жаль, чуть не пустил в расход. За них мне не отчитываться, им я господин. Как в шахматной игре, теперь мой ход. Устроил заграждение на столбах и над литком натянутую сетку. Голубкина посмертная мольба услышана, и кошка словно в клетке. Бог разделил нас водами морей, цепями гряд непроходимых гор. На переходах легче помереть, чем войнами решат какой-то спор. Так для чего мы разные такие, обличием, обычаем и нравом? Доколе милость Божия не покинет, нам все же легче повернуть направо. Подарки слать через пески пустыни, приветствуя через пролив и реки. Любовь к слабейшему и в стужу не остынет, за гробом пожелает милость встретить. В
В тысячелетнем царстве нет вражды. Лев и ягненок рядом с медведицей. Не грабит вор квартиры, гаражи. Вора раскаявшегося не убьют в милиции. Природу новую нам нужно получить. Родиться свыше, заново воскреснуть. Голубкой стонут кошки-палачи. Притом на том окровавленном месте. Спаситель Иисус, Марии Сын, соделай сердце новым, полным духа. На Слово Божие, на Твои весы. Утесы прошлого достанут легче пуха. 27 ноября 2004 год. Игнатий Лапкин.